Я говорю, Тань, у тебя стены есть. Я говорю, у меня ничего нету, я не плачу. Сейчас есть куда пойти? К сестре, но у нее тоже там условий нет. Ну, на сегодня знакомая нас приютит, а завтра не знаю, что будет. Как нам теперь выходить из этой ситуации? Ну, не знаю. Потому что финансирование в любом случае управляющей компании – это собственно. Мы будем изыскивать средства сейчас. Будем работать с администрацией платной. Верхний мансардный этаж уничтожен огнем. Там располагалось 12 квартир, в которых проживало 23 человека. В результате пожара один человек погиб, один человек получил травмы.